Друзья, всем привет! Сегодня вновь посетил базу отдыха «Лагуна». В этот раз я на воде был уже с рассвета, с 4 часов я начал ловить. Время у меня сегодня было ограничено, поэтому весь процесс происходил в ускоренном темпе, буквально по несколько забросов на точке и дальше. Постоянно перемещаться, постоянно смена приманок. Рыбу я свою нашел. В этот раз судак предпочитал совершенно другой цвет, противоположный от предыдущего. А если вы помните, тогда черный цвет просто рулил. А что у меня из этого получилось, смотрите. Была поклевка, такая подтяжечка. Вот это хорошо втащил. Тут уже уверенная поклевка. Иди. Первый. То ли еще будет. Подвис под лодкой. Опять детеныш. Что там покрупнее-то? Ничего не осталось. Еще один. Ну, это хоть поклевочки злые, но рыба все равно небольшая. Прям все возле локальной коряжки. Там нащупал такое бревнышко небольшое. И вот все возле него уже две поклевки было. Еще один. Все там же. Какое-то партсобрание. Может быть, грамм на 50, на 70 побольше предыдущего. Попробуем поролончиком поярче. Я думаю, нормально. И груза грамм 10. Вот. Вот это уже побольше что-то, поинтереснее. Уже явно не чопик. Поддавливает неплохо-то. Ух ты. Во, это уже товарный. Тоже по двушечку. Вот так, друзья, поменяли приманочку с резинки на поролон. И смотрите, поролончик кого нам принес-то. Ну что, друзья, смотрите, какой приятный судачок. Что самое интересное, я сначала пробовал, как вы видели, ловил на резину. Поклевки были, но рыбка небольшая была, там грамм 200-300, ну, до 500, в общем. Потом где-то минут 20, наверное, не было ни единой поклевочки. Я решил поменять приманочку, поставить, смотрите, поролон. И на втором забросе такая приятная двушечка с четкой поклевочкой. Ну, вы сами все видели, так рыбка приятно давила, сопротивлялась. Ну, супер же. Давайте сейчас будем отпускать его.
Нереально крутой якорь, правда? Главное, держит. Ладно, пойдем на поиски. Но сегодня мы приехали довольно-таки рано. Я думаю, у нас есть время поупираться. И надеюсь кого-нибудь поймать. Потому что рыба там есть по-любому. Вопрос только, клюнет ли она. Есть, прям с коряги. Вот она, дала коряжка. И неплохого. Судя по тому, как он давит. Да, хороший. Хороший. Вот в прошлый раз коряжка молчала. А сегодня гляньте какой. Тоже двундель где-то. Друзья, вы посмотрите, какой судачок. Не зря мы шли столь долгий путь на веслах, опять в этот залив, который в прошлый раз, к сожалению, нам ничего, кроме двух пустых поклевок, не принес. А в этот раз, уже со второго заброса, четко с коряжки, с уверенной поклевкой. Классная двуха. Еще один. Но этот немного поменьше и взял за корягой. Свалился. Сошел. Что характерно, у рыбы четкая привязка к корягам, то есть к каким-то палочкам, веточкам, кустам, все, что вот на дне лежит. Вот сейчас опять же произошла поклевка, я задел какую-то палку, и вот там он рядышком-то и стоял. Вот опять какая-то коряга. К сожалению, зацепил. Да. Может, отдашь? Не. Засел. А нет, гляньте, отцепил. Ну вот как раз о корягах. Сразу поклевка. Thank you.
подсел. Из поклевки. Гляньте, прет. Друзья, этот судак клюнул уже без поклевки. Он стоял не в корягах, а на микрорельефе. Взял вдогоночку, такая тяжесть на проводке. Ну а потом, конечно же, вот это сопротивление, когда судак давит вниз, уходит под лодку. Ну это здорово. Посмотрите какой. Такая стандартная, наверное, двушечка. Ладно, будем сейчас тебя, друг, отпускать. Все, друзья, кажется, там точки больше не будет. Я тащу корягу. Вот это сместился. Смотрите, какая. Вот такая. Килограммчика два будет. Может, побольше. И вот они возле нее где-то и крутились. Ладно, не будем мучить бревно. Будем отпускать. Вот, давай. Вот здесь у нас будет следующая точка. Вот это ударил. Я вам скажу, это не меньше. Резкая такая поклевка. Это уже явно за треху. Хороший. Друзья, ну что, я думаю, пора и честь, наверное, знать. Вот на такой мажорной ноте и предлагаю закончить сегодняшнюю рыбалку. Смотрите, в рыбе явно, наверное, килограмма за три. Что самое интересное, перед этим, вы сами видели, я достал корягу, думал, что все, точка умерла. Но нет, через несколько забросов недалеко от лодки. Вот это классное завершение дня.